понедельник в Самарской области будет пасмурно, осадки в виде продолжительного снега. Еще потеплеет. Днем от минус 2 до плюс 1 градуса, ночью 0-1. Ветер южного направления будет дуть со скоростью 5-7 метров в секунду. В Сызрани пасмурно, продолжительный снег. Днем плюс 1 градус, ночью минус 1. Ветер южного направления 5 метров в секунду. В Тольятти небо закроют тучи, осадки в виде снега. Днем плюс 1 градус, ночью нулевая температура. Ветер южный 7 метров в секунду. В Самаре пасмурно, в течение дня будет идти снег. Днем 0 градусов, ночью минус 1. Ветер южный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 91%. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gizmeteo.ru.